В одном видеообзоре я видел, пытались открутить колесо на машине данным винтовертом. И у них как-то не очень получилось. Невольной жертвой станет моя Мазда. Сзади у нее спарочка стоит. Динаметрического ключа у меня, конечно, нет, но есть вороток с головкой на 22. И сейчас я это все дело прям до усрачки подзатяну. Далее, надо собрать адово хуедрыгало. Здесь 1/4. То есть нужен переходник на 1/2 дюйма под стандартную головку. Вот такая вот херота получается. Поехали! Ну и теперь небольшой моментик, как же это все так охерительно получилось. Я использовал специальный инструмент для колес. Я ж не долбоеб, чтобы портить инструмент, который стоит не 3 копейки.